о судьях. Манфред Рёслер, арбитр, судья в поле. Удар воротам. Гол! И Сосо Чедия на 3-й минуте матча красивым ударом головой забивает мяч в ворота хозяев поля. 1-0 впереди Динамо в Тбилиси. Первая атака на ворота Виктории и гол в ворота Ротаресу. 1-0 тбилисцы открыли счет. Между средней линией и линией атаки. Вот он подает угловой. Удар, гол! 2-0. Рамас Шенгелия. 118-й гол на счету Рамаза Шенгелия в чемпионатах Советского Союза, кубках нашей страны, европейских кубках и в матчах со сборной Советского Союза. Последний гол он забил в Болгарии в игре 1-32 Кубка УЕФА. И как раз он мне говорил сегодня, что ты остановился на 117-м. И вот забил 118-й гол.